Хеллоу! Вы на канале Lucky Bro. И сегодня мы готовимся к Хэллоуину. Мы будем делать вот такой вот у меня рисунок. Вот такая рожа должна получиться у нас. Мы еще ни разу такую тыкву не делали, так что я не знаю, как ее делать. Поэтому мы позовем папу на помощь. Папа, иди ко мне, помоги мне тыкву доделать. О, че, тыква, да? Тыква, привет всем. Будем, наверное, рожу вот с этой стороны резать. Потому что здесь побольше места, чем вот здесь. Вот тут. Еще я с собой принес целую кучу разных страшных инструментов. Я покажу. Тихо, осторожно. Вот такой вот ножик остренький. Вот такая вот ложка вычерпывать может быть пригодится. Маленький ножик, чтобы вырезать глаза и рот. Ну, и ложка. Меня ложка. И ложка. Ну что, поехали? Поехали. Такая у нас тыква получилась. Вот такая страшная. Ха-ха-ха-ха. Сейчас мы покажем, как она горит в темноте. Смотрите, выключаем свет. Все, кому понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал Lucky Bro и пишите в комментариях и ставьте лайки, кому понравилась такая клевая и страшная тыква. Всем пока! А не забудьте написать, как вы отпраздновали свой Хэллоуин.